Итак, сообщество Softcash Club – новая стартовая площадка за $1. Сегодня мы поговорим о маркетинге, потому что маркетинг инновационный. Стартовая площадка была открыта для того, чтобы можно было создать команду активных партнеров, которые желают зарабатывать и в долларах, и в биткоин. Стартовая программа всего лишь стоит $1, то есть это минимальный вход. И как происходит движение очередей? В стартовой площадке в маркетинге есть 6 мест в одной очереди. 3 места будут всегда заняты. И мы заполняем 3 последних места. У каждого партнера есть таких 3 прохода, чтобы попасть именно на первое место. Именно там, на первом месте, происходит начисление прибыли. Выплата формируется от покупки площадок 3 последними партнерами, которые стоят на месте 4, 5 и 6. Прибыль будет всегда в 3 раза больше стоимости площадки. Из этой прибыли 1 стоимость площадки уходит на покупку реинвестного места, и 2 стоимости площадки у вас будут на балансе для вывода. Первая выплата на 4 площадке используется для перехода на заработок именно в Bitcoin Softcash Club. Вторая выплата на каждой площадке используется для покупки следующей, более дорогой площадки. Если она у вас была куплена заранее, в этом случае деньги остаются на балансе. Все последующие начисления за закрытие площадок, они у вас на балансе и доступны к выводу. Как идет заполнение очереди для места номер 4? Как только вы зарегистрировались, пополнили баланс, у вас автоматически купилось место в очереди. Предположим, оно попало на 4 место. В ваших очередях могут быть еще в дальнейшем 2 технических аккаунта. На 5 и на 6 место попадают новые партнеры. Это могут быть ваши партнеры, партнеры тех участников, которые находятся в вашей очереди на месте 1, 2 или 3. А также здесь может быть еще технический аккаунт. И как только эта очередь закрылась, произошло деление. То есть первый партнер на первом месте, он получил прибыль, у него купился реинвест, и это место стало за спонсором. Остальные партнеры, которые находятся на месте 2, 3, 4, 5 и 6, делятся в разные очереди. Четные в одну сторону, нечетные в другую сторону. Как мы видим, с одной стороны есть 3 партнера, а с другой стороны только 2. Именно там, где 2 партнера, на первое место устанавливается технический аккаунт. И у нас получилось 2 очереди, где 3 верхних места заняты. Свободные места заполняются новичками, техническими аккаунтами, переливами от спонсора, если он находится вместе с вами сейчас в данный момент в очереди. И мы видим, что есть заполнение этих очередей. И, естественно, партнеры на первых местах получили свою прибыль. И у человека купилось реинвестное место, и оно встало в очередь к своему спонсору. А там, где стоял технический аккаунт, у него было куплены 2 новых технических места, и 1 стоимость площадки ушла именно в фонд. И опять же очереди разделились. Мы видим опять четные в одну сторону, нечетные пошли в другую сторону. И опять же, в тех очередях, где стоят только по 2 партнера, на первые места устанавливаются технические аккаунты. И свободные места заполняются разными позициями. Это могут быть новички, технические аккаунты и переливы от спонсора, если он находится вместе с вами в вашей очереди. Как мы видим, эти очереди опять закрылись. И мы видим, что наше красное место, которое стояло изначально на 4 месте, оно уже попало на 1 место. И эти очереди закрылись, и получил 4-й, получил свою прибыль. У него купился реинвест, и этот реинвест стал именно в очередь своему спонсору. А 2 технических, которые стоят у нас вверху, у них также закрылись очереди. У них были куплены 4 технических места, и 2 стоимости площадки ушли именно в фонд. И таким образом идут закрытия у каждого места, куда бы вы ни попали. Если вы попадаете на 5 место, в ваших очередях будут 3 технических аккаунта. Почему? Потому что вы видите, что здесь 4 очереди, а не 3. То есть за вами зарегистрируется только один единственный человек, и сразу же эта очередь закрылась.
И у вас появляется точно так же 3 очереди. Вы находитесь уже на третьем месте. И в этих очередях для вас будет помощь 3 технических аккаунтов. Следующий номер — это номер 6. И номер 6, он у вас не отображается в кабинете. То есть, когда вы попадаете на 6 номер, вы себя никогда не увидите. В вашем кабинете засветится, что вы уже попали на 3 место. То есть, это уже разделилась очередь, и вы сразу увидели себя на 3 месте. В ваших очередях также будет помощь с помощью 2 технических аккаунтов. И фонд начисления подарков и реферальной программы. То есть мы говорим, что у нас есть подарки каждому партнеру в $100. А также есть реферальная программа для активных партнеров. Этот фонд пополняется именно от начисления прибыли техническим аккаунтом. Из этого фонда выплачивается реферальный бонус спонсорам и подарки всем партнерам по $100. Каждый технический аккаунт, как только он закрылся на площадке, он сразу же дает нам 2 новых технических аккаунта, то есть они размножаются. Их становится все больше и больше. И в фонд поступают средства. Естественно, если это будет только первая площадка, то там стоимость всего лишь в $1. Если мы говорим о более дорогих площадках, то там будет приток денег гораздо больше. Подарок $100 каждому партнеру. При начислении самой первой прибыли за закрытие площадки, скорее всего это первое, будет присваиваться номер получения подарка, бонуса именно в $100. В вашем кабинете будет засветиться ваш номер. Группы будут формироваться по 32 человека. И как только в фонде собраны нужная сумма, то есть 3200, потому что 32 человека по $100 – это 3200. Первых 32 человека в один день будут получать подарок в $100. Понятно, что на то, чтобы собрать такую сумму, нужно определенное время. Чтобы фонд пополнялся, необходимо много технических аккаунтов на более дорогих площадках. Поэтому нужно, конечно же, работать абсолютно всем. Потому что мы все заинтересованы и в заработке, и, конечно же, получении подарков $100. За неделю работы площадки было собрано $541 именно в подарочный фонд. А также было выплачено спонсорам реферального бонуса за 130 партнеров. То есть фонд у нас хорошо пополняется от технических аккаунтов. И давайте поговорим о вариантах входа. С какими деньгами можно войти именно на стартовую площадку? Мы говорим, что минимальный вход — это $1, я его здесь не рисовала. То есть понятно, что $1 — это единственная площадка, первая, которую вы приобретаете. И, конечно, вы постепенно будете заполняться, переходить на более высокое место для того, чтобы получить свою прибыль. Конечно же, лучше заходить сразу на несколько площадок, потому что у вас включается сразу несколько источников дохода, потому что каждая площадка работает по-своему, и она приносит вам доход. Если вы входите на 2 площадки, это будет $3, если на 3 площадки, это будет 7, на 4 площадки 15 и так далее. Самый выгодный вариант, конечно, когда у вас работают все 7 источников дохода, то есть у вас куплены 7 площадок. Это суммарно получается $127. И мы делали специально стартовую площадку для того, чтобы мы могли создать свою команду. На $1 гораздо проще приглашать партнеров, чем на 100 тысяч сатоши. Но все эти партнеры по маркетингу, есть обязательно переход на 4-й площадке, когда вся команда будет переходить на Softcash Club для того, чтобы получать именно в биткоин. Поэтому у вас есть возможность создать сразу же 2 источника дохода в разных валютах с одной единственной командой. И выгоды для наших приглашенных – это прежде всего, что можно приглашать людей всего лишь со входом на $1. А также подарок $100 – это рассчитано каждому партнеру, и для этого не надо больших усилий. То есть ваша единственная выплата, первая, которую вы получаете, дает вам возможность и номер присваивается в получение подарков $100. Бонус за приглашение. Те партнеры, которые активно работают, они получают за каждого приглашенного суммарно за 7 площадок. Эти деньги начисляются постепенно, и за каждого партнера можно получать $63.50.
У нас нет никаких абонентных плат, а также создана стартовая площадка для того, чтобы перейти на заработок в биткоин, и это происходит без какой-либо комиссии, именно из прибыли. Стартовая площадка – это ваша возможность зарабатывать сразу в двух направлениях, всего лишь с одной командой. Не надо создавать команду на одном сайте и потом другую команду на другом сайте. Сайты связаны между собой, и поэтому ваша команда, созданная всего лишь со входом на 1 доллар, придет время, они все постепенно перейдут именно на заработок в биткоин. Потому что по маркетингу предусмотрена блокировка суммы за закрытие четвертой площадки именно для того, чтобы перейти на заработок в биткоин. И даже если вы не понимаете сегодня, что такое биткоин, у вас будет время, чтобы разобраться, что это за криптовалюта и выгоды именно зарабатывать в криптовалюте биткоин. Мы желаем вам успеха и заработка в разных валютах.